Здравствуйте, друзья. Пионы. У меня оказался под рукой формат. Когда-то девочка написала на уроке одну картину, и чтобы время не пропадало, начала вторую. И так ее уже 100 лет нет. А формат мне подходит, а я давно присматривался к этим пионам. Посмотрите, какой розовый, прямо вырви глаз. Может, и у нас получится неплохо. А то все белые пионы, а розовые когда? Это я тройником прошелся для того, чтобы создать розовую мглу будущих цветков. Так, это у нас розовый зашел. Теперь изумрудный. С охрой. Сначала. Чуть-чуть с розовинкой. Такой холодненький цвет. Снова изумрудная, с черной. Разбиваю на основные пятна. Мы с вами слышали не раз эту мысль, что такой художник, как Мане, когда его спросили, как вы вот пишете, он говорит, да я срисовываю пятна. Раз ему можно, значит и нам. Просто срисовывать пятна. Так, и теперь с охрой и с желтым. Зеленый весьма оттеняет цвет. Розовый цвет, поэтому их соседство очень красиво. Стараюсь не коснуться зеленого, чтобы эту розовую задачу выполнить прежде.
Даже вот это можно деликатненько избавить от фактурки. Так, друзья, вот что я хочу сказать. Значит, эту работу можно еще повыписывать. Ну, скажем, целый такой же сеанс, пройдя ровно такой же путь. Опять чуть-чуть припорошить, опять тройником, когда он просохнет. Опять тройник, опять чуть-чуть припорошить веществом краски. Помните, как я вот это вот пролиссировал? Пройти чуть-чуть, прозрачно-прозрачно. И опять обострять уже имеющиеся, которые будут еще более хорошо видны. Вот. И таким образом, то же самое и с листьями, и таким образом усилить прописанность работы. Вот. Если кому нравится такая медитация, пожалуйста, вполне можно это сделать. А я увидел кое-что. Вот этот листик у меня, смотрите, прямо забыл я про него. Такой хороший листик. Ой. Вот. И что касается розовых цветов, смотрите-ка. Розовые цветы обычно пионы, скучноваты. Очень все розово, розово. Но если мы применим вот эту розовую, вы уже знаете, сонет, розовая светлая, краплак, кадмий. А если вы еще отыщете вот какой-нибудь такой цвет, вот до какого розового пожара можно довести работу. Этот розовый пожар оттенен очень сочной зеленью, в том числе и этой. И поэтому вот смотришь, ну просто яркий день, аж ароматы. Вот, ну, можно было бы еще пописать, но я уже все, я уже устал. Не делать же видео бесконечным.